Такой вариант приготовления селедочки подойдет для праздничного стола или семейного ужина, да и просто так, когда хочется чего-то необычного и вкусного. Смотрите, расскажу, как приготовить селедочку. Расскажу вам, как приготовить очень красивое и вкусное блюдо фаршированная сельдь. Для начинки можно использовать различные добавки, берите то, что вы любите. У меня сегодня нежная начинка из моркови и яйца, с добавлением горошка и пикантными нотками каперсов, чтобы начинка и рыба хорошо держали форму. Я добавляю желатин в майонез и рыбку пропитываю желатином. Смотрите и пробуйте. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Подготовьте продукты. Приступим. 2. Подготовьте селедочное филе. Снимите его с хребта, удалите кожу, косточки, очистите яйцо и морковь, порубите мелко кубиками. 3. Желатин залейте горячей водой, размешайте хорошо, чтобы он полностью растворился. Филе селедочное положите на пленку пищевую, смажьте хорошо желатином с помощью силиконовой кисточки, остальной желатин соедините с майонезом и перемешайте, соль, перец по вкусу. 4. Для начинки соедините яйцо, морковь, горошек, каперсы, горчицу, майонез с желатином, соль или перец по вкусу, перемешайте хорошо. Вкусняшки, подписавшимся. 5. На одно филе выложите аккуратно всю начинку. 6. И накройте вторым филе. Помните, что накрывать лучше толстой стороной спинки к тонкой реберной стороне, также хвостовая часть к головной, чтобы рулет получился одинаковым с двух сторон. Плотно обмотайте пленкой и уберите в холод до подачи. 7. Через часик закуска готова, можно пробовать. 8. Порежьте и пробуйте. Приятного! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Сельдь малосольная крупная, 1 штука. Вареное яйцо, 1 штука. Вареная морковь, 0,5 штуки. Горошек консервированный, 2 столовые ложки. Каперсы маринованные, 1 столовая ложка. Горчица дижонская, 1 чайная ложка. Желатин быстрорастворимый, 1 чайная ложка. Вода, 40 мл. Майонез, 1-2 столовые ложек. Соль, перец черный молотый, по вкусу. Количество порций, 3-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.